Yes, Samir, Yahusalat. Ay, sağa, ana duan ki, yavva heyde alga taşındım. Düşmandan da sakan sakta. Сейчас мы находимся на Сабантуе в Салаватском районе. И наш независимый корреспондент Алина Галиева расскажет немножко о данном мероприятии. Ну, совсем недавно произошло открытие Сабантуе, был поднят флаг. Также играл гимн Российской Федерации. Сейчас мы видим какое-то выступление там. Скорее всего, также идут поздравления ветеранов и тружеников полей. Что сейчас... за труженики полей? Расскажите подробнее. Это работники, которые трудились в сельском совете. В сельском свете? В сельском совете. Работники колхозов, работники полей. Окончились посевная деятельность, зерно благополучно растет. Алина, что мы сейчас делаем? Мы ждем скачек, которые все не начинаются. Но, возможно, скоро и начнутся. Ждем. Алина. Это за тупорами, за тупорами.
Thank you.